На Пермский край идет эпидемия гриппа. Краевое управление Роспотребнадзора сообщает, за минувшую неделю в Прикамье ОРВИ гриппом заболели почти 26 тысяч человек. Впервые в сезоне в крае выявлены вирусы гриппа, в том числе и так называемого свиного, штамм AH1N1. Общий рост заболеваемости за неделю составил 24%. При этом еженедельный пороговый уровень заболеваемости у школьников Прикамья превышен более чем на 40%, а среди дошкольников и того больше, на 51%. В целях предотвращения угрозы дальнейшего распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Пермского края главный санитарный врач Александр Сбоев вынес постановление о мерах по предупреждению распространения гриппа ОРВИ на территории Пермского края. Тем не менее, в нашем городе ситуация с заболеваемостью остается на невысоком уровне. На сегодня ситуация в городе Кунгуре стабильная. У нас закрыта одна группа в детском саду номер 7 и один класс в школе номер 21. Повышение заболеваемости пока не наблюдается. В том году в это время была эпидемия у нас уже началась. Было закрыто 11 классов и групп все вместе. Нынче она попозже, скорее всего, может морозы. Однако не стоит забывать, при первых симптомах заболевания – это высокая температура, кашель, насморк, боль в горле и головная боль, а также учащенное дыхание и боли в мышцах – необходимо обязательно вызвать врача на дом. Заниматься самолечением противопоказано. Особенность свиного гриппа – раннее появление осложнений, которые могут развиваться уже на второй-третий день болезни. Подробнее об эпидемии, ее последствиях и профилактике гриппа мы расскажем в ближайшем выпуске «Города новостей».